Начнем с мантры. Я деви сарвабхутешу матрирупена санстхита. Я деви сарвабхутешу шактирупена санстхита. Я деви сарвабхутешу шантирупена санстхита. Намастасьяй, 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 намо намаха. Ом намо намаха. Шри Мирамбикаяй. Ом намо Бхагавате Шри Аравиндая. Ом намо намаха. Шри Мирамбикаяй. Шри Аравинда Шаранам нама. Ом Шри Мата Шри Аравиндае Таддинам Ювабхьям Самарпаями. Асмакам Адхьяйанам Ювабхьям Самарпаями. Правачанам Ювабхьям Самарпаями. Ом Шанти Шанти Шанти. Вот мы с вами прошли первый гимн до 7 стиха. Вот этот гимн 6 Вишвамитры. Нам осталось пару шлок завершить этот гимн. Но мы уже забыли, о чем он был наверняка. Поэтому давайте мы быстренько посмотрим, о чем это все речь шла. Так сказать, оживим контекст. Ну вот, с первого стиха начиная. Вершители деяний каравах, искатели божества, деваянтах, те, кто с помощью мысли отыскивает выражение, ведите его дальше, обратив к богам. Преисполненное изобилие, светоносное, несущее понимание, оно путешествует, продвигаясь вперед, принося подношение огню. Смотрите, какой интересный язык, да? То есть, что тут происходит? Одну секунду. Сейчас я настрою пару таких адресментов, чтобы вам было удобнее. Вот смотрите, что тут интересное происходит. Тут... вершители деяний, искатели божества, те, которые с помощью мысли отыскивают выражение. И это выражение, да, вот это, ведите дальше, так сказать. Обратив к богам это выражение. Потому что вершители деяний, искатели божества, те изначальные риши или те праотцы, да, которые с помощью мысли отыскивают выражение, да? Они должны, так сказать, или те, кто с помощью мысли отыскивает выражение, должны повести его дальше. Мы уже должны повести его дальше. Не они, а мы, люди. Обратив его к богам, к высшим силам сознания, космическим. И это вот выражение, преисполненное изобилие, светоносное, которое несет понимание, оно путешествует, продвигаясь вперед с нашей помощью. То есть мы каким-то образом реактивируем его, да, и позволяем ему как бы продвигаться вперед. Оно само продвигается, а мы как-то в этом задействованы. И вот это вот... преисполненное изобилие, светоносное, несущее понимание, выражение, есть, приносит подношение огню. То есть оно как бы усиливает возрастание огня, то есть присутствие божественного в природе.
во всех нас. Удивительно, как говорит Риши, оно, собственно, усиливает возгорание огня не только в тех, которые участвуют в этом продвижении, но и во всех остальных, которые даже, может быть, в нем напрямую не участвуют. Вот такая синтетичная мысль. Окей, пойдем дальше. С самого рождения ты заполнил землю и небо, Арудас и Апрана Джаямана. А теперь ты уже вышел за их пределы. О пламя, несущее дальше жертвоприношение, величием неба и земли, земли и неба, да найдут семь твоих языков, носители слова выражение, о огонь. Вот этот поиск выражения, что же это за выражение такое? Вот это вот способ найти формулировку божественному воплощению, божественной манифестации, найти форму в сознании. Вот это и есть то выражение. То есть эта форма должна быть найдена или даже сотворена каким-то образом здесь. Ее нужно создать. Ее нет еще. Но вот это движение, вот это aspiration, которое существует в нас, может помочь ей, ее созданию. Третий стих. Небо и земля, дьявушча, тва пратхиви, яджниясах. Небо и земля, а также повелители жертвоприношения, помещают тебя внутри, как жреца, призывание. Хутарам садаянтах дамая. Как жреца призывание в дом. Для дома жреца призывание они тебя садаянтах помещают внутри. Когда люди, ищущие божества, деваянтих мануших вишах, ликуя, просят о сверкающем луче. Шукрам арчих, праясватих, илате, когда люди так с обожанием ищут его и ликуют этому, и просят о сверкающем луче. Арчих — это луч, арчих — это тоже пламя, язык пламени. Это от корня арч, тоже иметь своего рода выражение в слове. Отсюда арка имеет, от этого же корня имеет два значения. Солнце и гим. Да? Отсюда рик, ригведа отсюда. Да? От этого корня рич, который означает слово. Да? Ритмическое, светоносное слово. Четвертый стих. Могучий, он неколебимо воссел в мире своего пребывания. Радуясь между двумя обителями могущества, землей и небом, неразлучными женами движущегося в обширном пространстве властелина, не стареющего и не затронутого никакой скверной, между двумя дойными коровами, дающими щедрый удой молока. Эти две дойные коровы – это, как правило, Родоси или Дьява Пратхиви, небо и земля, то есть наше физическое и ментальное сознание. Они взращивают огонь здесь, как свое дитя. Две матери.
Вратати агни магато магані, тава кратва родасі ата танта, твам дуто абгаву, джая манас твам нета, вришабха чаршанінам. Ти велик огонь и велик закон твоих действий. Волей своей ты построил нашу землю и небо. С самого своего рождения стал ты вестником, умогучий властелин и предводителем тех людей, которые видят. Чаршани. Чаршани и Шивабиндочи переводят те, которые обладают сознанием, или те, которые здесь участвуют в жертвоприношении. Наверняка из-за того, что у них есть сознание, понимание того, что нужно в этом участвовать. Тут тоже интересная вещь. В предыдущем стихе он упоминался как дитя неба и земли. То есть эти дойные коровы его взращивают. А здесь он породитель неба и земли. И это очень часто вот это вот этот способ объяснения используется в Ригведе. Огонь является породителем неба и земли, а также их детем, порожденным небом и землей. То есть здесь нету никакого противоречия, потому что когда рождается ребенок, рождаются и родители этого ребенка. Ну, он как бы порождает родителей своим рождением. Шестой стих. Ритасьява кешіна йогья бгіх, гритаснува рогіта дгурі дгішва. Взнузданный и запряжены два гривистых коня истины, красных по масти и роняющих капли света, грыта снува, то есть сочащихся вот эти грытой и ментальной ясности. Ты, о Бог, доставь всех богов, сделай узнающий все рождения совершенным выполнение паломничества, жертвоприношения. Это очень часто обращается к огню именно в этом смысле. Суадвара крынуги джатаведа. У джатаведа, тот, кто знает все рождения, создай суадвара, то есть совершенное паломничество, жертвоприношение. Как вы помните, тоже Иша Упанишат заканчивается стихом из Ригведы. Агненая супатхара и асман. О, Агни, веди нас к изобилию совершенным путем. Вот этот совершенный путь, или, так сказать, солнечный путь, да? Путь солнца или путь огня, путь света. Sunlit path, путь, освещенный солнцем или огнем, это совершенный путь. И в том же стихе Риши просит, чтобы огонь позволил нам не уйти с этого пути, не быть заманенным, не последовать каким-то, не знаю, как это по-русски правильно сказать, уходом в сторону, да? Юйодхьясма джугуранам эна. Убери от нас совращающий грех. Дословно, совращающее движение в сторону, которое может нас увести от этого sunlit path. Здесь та же самая идея. Создай для нас совершенное жертвоприношение паломничества. Сделай совершенным выполнение паломничества жертвоприношения. Доставь всех богов, то есть приведи все универсальные божественные силы сознания в действие. Взнузданы и запряжены два гривистых коня истины, динамической истины, да, готовые к движению и
так сказать, воздействие на наше существо. Ну вот, мы подошли к седьмому стиху, который мы еще не читали. Дивашчит ати рачаянтарока ушу пибати анубхаси пурвих. Здесь опечатка ры не хватает. Пурвих. Апоят агна ушадхак ванешу. Хотух мандрасья панаянта девах. От самого неба запылал твой свет. Ты сияешь во след множеству отблесков зари. Когда у огонь пылко горящий в лесах, боги представляют воды к трудам ради восторженного жреца призывания. Представляет воды это set the waters to their work. Он, наверное, не нашел лучшей формы перевести это. Когда боги, так сказать, устанавливают воды для их работы. Да? Или как бы утверждают воды для божественного совершения. Дивахчит ати ручаянта рока. И вот эти рока, цветоносные лучи, светят прямо из неба. Ушел вибрати. Заря, так сказать, или отблесков зари, ушел вибрати, сами лучи зари, когда ты, анубхаси пурвих, когда ты, о огонь, пылко сияешь, так сказать, в лесах. Почему в лесах? In the woods. Да, он пылко горящий в лесах, он еще дает «O flaming as dawn». Когда ты вслед многочисленным ярко сверкающим звездам. Да? Твои отблески светят до самого неба. Ты сверкаешь вслед многочисленно ярко сверкающим зорям здесь. Когда о огне охоты на сжигающие деревья в лесах. А, это следующее. Окей, я извиняюсь, это следующая строка. Апо яд агна ушадхак ванешу в лесах. Да? Ну, тут как-то все спуталось немного. То есть, когда твои, так сказать, изначальные лучи зари, ты сияешь им вслед, анубхаси. Дословно. Когда о огонь пылко горящий, ты сияешь во след множеству отблесков зари. Елизаренкова переводит «Девашчит ати», как «до самого неба сияют твои языки пламени», так сказать, горя во след лучам зари, изначальным пурвих, или многочисленным лучам зари. «Апоят агне ушадхак ванешу», Хотух мандрасья панаянта девах. И как боги устанавливают воды для их работы в лесах, тоже интересно, здесь в лесах, дословно того, кто призывает высшие силы, хотух мандрасья блаженного. Девяться
Это оно так панаянто переводит «работе веселого Хатара». Давайте-ка я прочитаю все переводы, и тогда мы разберемся. Тут много вариаций появилось, всяких, как можно по-разному перевести. Елизаренкова. «Твои отблески светят до самого неба. Ты сверкаешь вслед многочисленным ярко сверкающим зорям, когда у огонь охотно сжигающий деревья в лесах. Боги дивятся работе веселого Хатара». Ну, веселый мандрас, я это можно перевести как блаженного, исполненного радости. Хатара Панаянта Девах. Шри Аурбинду переводит Панаянта не как дивятся, а как представляют воды. То есть он переводит этот глагол на апас, на первое слово. Когда боги, так сказать, заставляют воды работать. От корня пан – работать, панаянтах каузативное, они заставляют воды течь и участвовать в, так сказать, в этом динамическом жертвоприношении или в жертвоприношении динамической истины. Когда огонь возгорается у шадак, ванешу, в лесах. Вана, мы уже говорили, это специфичное слово, означает тоже блаженство, от корня ван, радоваться. Это вот все, вся наша зелень, она преисполнена вот этого божественного блаженства. То есть в лесах, то есть среди, так сказать, наполненных сомой или блаженством существ, ты возгораешься, тебя, так сказать, твои воды, тебя, блаженного призывателя богов, твоих вод, боги заставляют работать здесь, твои воды, исполненного блаженства и призывателя богов. То есть очень такая сложная структура, поэтому столько сносок. По-разному можно прочитать эти вещи. Давайте еще раз прочитаем Шри Аурбинду, может, мы разберемся. Кто-то включился, хочет что-то сказать? Нет? Окей. «От самого неба запылал твой свет. Ты сияешь во след множеству отблесков зари, когда огонь пылко горящий в лесах, боги представляют воды к трудам ради восторженного жреца призывания». И вот эти воды, они становятся носителями сомы в наших лесах, то есть в местах вместилища сомы. И этого сому он ищет и хочет с помощью его возрасти в этом творении, потому что с помощью сомы возрастает божественное сознание в нас. То есть, когда у огонь пылко горящий в лесах, боги представляют воды к трудам ради восторженного жреца прижимания. То есть, ради тебя они делают это. Вливание сомы в наши адгары, в наши сосуды, для того, чтобы ты, для тебя, восторженного жреца, чтобы ты возрастал в этих сосудах. Тут также есть сноски. Апас можно перевести вместо вод как труд. Было бы точнее, как труды, ибо это бы означало задействовать труд восторженного жреца призывания. Тоже. Апас имеет два значения – воды и труд, работа. Елизанкова переводит его как работу. Воды дивятся работы веселого Хатара. Дивятся тоже пан можно перевести тоже в этом смысле, как восхвалять и даже молиться на, но Шри Аурбинду здесь переводит как заставляет работать.
То есть девица – одно дело, а другое дело заставить работать, то есть установить их для работы в жертвоприношение. Такая мистика, которую трудно различить сразу. Еще одна. «Из небес прямо воссияли твои языки». Лучи зари широкие, ты сияешь им вслед. Тоже интересно, что Шри Аурбиндо не переводит «до самого неба», а «из неба». Да? То есть здесь получается какая-то интересная вещь, потому что если огонь сияет из неба, сверху, а не снизу, да, то это как бы не получается нам увязать в одно видение. Огонь, как правило, поднимается снизу к небесам, да, а тут он как бы сияет сверху, его сияющие языки, пламя, рока. Рачаянта, ручаянта, это тоже от этих рочана, три рочана, сияющих этих самых уровней свар. Существует три мира свар, три рочана. Это supramental of the mind, of the mind, intuitive mind. Это от них, так сказать, с небес сияют эти лучи пламени вслед лучам зари. То есть за лучами зари скрывается более интенсивный как бы свет, который вслед им следует, да, широко распространяясь. Может быть, пламя солнца. Одно дело заря. Заря как бы распространяет свет солнца, но само пламя более интенсивное скрывается за ней в глубине. Здесь какое-то еще видение, которое трудно понять сразу. То есть, наверное, есть глубина света. Да? То есть заря приносит ее свет, а он следует ей из небес. Не только от земли, но также и с небес. Если у кого есть какие идеи об этом, пожалуйста, вы тоже можете поделиться, потому что это как бы очень необычный стих. Есть, конечно, другие стихи, где он тоже поднимается из солнца. Это Вивасват, и Вивасват как бы скрыт внизу в подсознании, и из глубины подсознания поднимаются языки пламени из солнца. Здесь указание на небо, то есть языки пламени как бы светят сверху, следуя лучам зари. Какое-то более интенсивное, наверное, переживание Риш. То есть, и он как бы, и боги представляют воды для его работы в существах, наполненных бессмертием, то есть во всех рожденных здесь существах, ванешу. Потому что мы все преисполнены этого божественного солнца здесь. Вот. Может быть, я к нему еще вернусь, к этому стиху, раз нет никаких других идей. Урав, следующий стих, 8. Урава е антарикше маданти, дивова е рочане санти девах, умава е сугавасо яджатра, айе мире радхио агне ашвах. Боги, которые пребывают в экстазе, в
просторном срединном мире Антарикше. Или те, которые находятся в лучезарном небе, Дивовайи, Раучаны, или те властители жертвоприношения, которые готовы прийти на помощь Ума. Ума – это помощники Ваи, Сугавасах, которые готовы помочь легко призываемым и откликнуться на зов Сугавасах, Яджатрах, Яджатрах, которые готовы, так сказать, властелины жертвоприношения. Айе Мире, Радхио Агне Ашвах, их кони твоей колесницы привезли к нам. Айе Мире, привезли. Давайте глянем, как Елизаренко переводит. Будь-то боги, что опьяняется в воздушном пространстве, или те боги, что находятся в светлом пространстве небес, или те помощники, достойные жертв, легко призываемые в сугавасах, и что направили к нам коней, запряженных в колеснице. Направили к нам, она переводит, Ашевинда переводит, привезли нам, have borne towards us. Айемири. Дословно это от корня ям с приставкой я, а можно сказать распространили или протянули к нам, или достигли нас, или привезли к нам. Да? Урауаи, и те, которые находятся в широком антарикше, в пространном мире Антарикши, витального мира, Маданти, радующиеся или радуются, Деваха, боги, Дивовае, или те, которые с небес, Рочане, Санти, или те, которые даже находятся в мирах Свар, боги. То есть в Антарикше, на небе и в мирах Свар, все, или те, которые помощники, умаваи, сугавасах, легко призываемые, яджатрах, достойные жертвоприношения. Айе миры, привезли к нам, или привели к нам, радхио, у агни, запряженных в колесницу, коней. Дословно, кони, запряженные в колесницу, пришли к нам. Да. Понял. Тут все вот эти «е», которые боги наслаждаются в мире витальном, которые боги наслаждаются в небесном и трансцендентальном мире, или те, которые помощники, легко призываемые, достойные жертвоприношения, их, так сказать, запряженные кони в колесницу, о агни, привезли к нам. То есть это... Здесь много коней, не два коня Агни, которые упоминаются в предыдущем стихе, а есть больше сил, потому что Ашва – это, собственно, божественные силы, которые привозят к нам божественное сознание, да? То есть богов в колеснице, переправляют их к нам. То есть есть боги на всех планах. Есть боги в Антарикше, на витальном мире. Есть боги на небесах и в мире Свар. Вот эта иерархия богов. Да? О ней говорится в Тайтирии, например. Начинается с богов самых нижних
и завершается богами самыми высокими. И каждый из них как бы воплощает в себе все больше и больше возможностей, да? До самого физического плана. Все они, всех их, начиная с витального широкого мира и до мира свар, эти кони, эти силы быстроты божественной привозит он Агни в своей колеснице. То есть это его основная функция – привести сюда богов. Как мы помним из первого стиха, где говорится, привези к нам сюда богов. Возьмем следующий, 9 стих, я там, кажется, еще 2 стиха. Эйбхих агни. Саратхам, здесь опечатка, надо поправить. Саратхам яхи арвам. Нанаратхам ва вибхавохи ашвах. Патниватах. Тришатам трища девам. Анушвадхам. Аваха мадаясва. Не зайди к нам в одной колеснице с ними. Во множестве колесниц, или во множестве колесниц. Ибо кони твои проникают повсюду, и они везде. Вот что такое его конь. В согласии с законом твоей собственной природы приведи сюда 33 бога с их супругами и дай им испить восторга. А Эбхих, сюда к нам с этими, о Агни, Агне, Саратхам, на одной колеснице, Яхи, а Яхи, приди. Или во множестве колесниц, Нанарт, Нанаратхам, Нана, множество, Радхам, колесниц, Ва, или Вибхавохи ашвах, ибо твои кони везде, вибхавах, становятся, проникают во все существования и становления. Они проникают во все становления, или твои кони. Патниватах, тришатам трича, трища девам, и 33 бога патниватах вместе с их энергиями, патниватах, супругами, как их шакти. То есть есть боги как сущности, и у них есть еще их действия, то есть шакти, с их действиями активизирую здесь все 33 бога. Анушвадхам, согласно своей природе, Аваха, привези сюда Мадаясва и дай им испить восторга, как переводит Шри Аурабиндо, или, так сказать, активизируй их наслаждение здесь. То есть Бог Агни активизирует наслаждение всех других божественных сил здесь, через принесение им сомы, блаженства этого мира. И они все испевают эту сому и активизируются в нашем сознании. Давайте глянем, как Елизаренкова перевела этот стих. С ними, о Агни, на одной колеснице приезжай сюда, или на разных колесницах, ведь у тебя могучие кони. 33 богов с женами привези по своему желанию и опьяняйся вместе с ними, Мадаясва. Мадаясва – это вообще-то каузатив,
Поэтому Шевбенду переводят «Дай ими спить восторга». Елизаренкова переводит тоже так: «Вместе с ними опьяняйся», добавляет это «вместе с ними» как коузативную форму. Но она еще переводит его, что «ты сам опьяняйся, потому что это атмане падам», то есть медиальный залог. «Опьяняй себя и их восторг», вот так можно дословно перевести. Сагота ясья рода сичит урви. Тоже опечатка нужно поправить. Яджням-яджням абихи врде гранитах прачи адхвара ива адхварева тостхатух прачи адхварева тостхатух сумеке ритавари ритаджатасья сатье. Он есть жрец призывания, ради чьего возрастания даже широкие земли и небо произносят при жертвоприношении слово у жертвоприношения. Сагота, ясья рода сии, чьи два светоносных мира, то есть небо и земля, урви широкие, яджням-яджням абхи, так сказать, в каждом жертвоприношении вреде гранита возрастают в слове, так сказать. Для возрастания в слове при каждом жертвоприношении эти два великих мира, этих двух, да, ты являешься Готаром, призывателем. Он есть Готар призывания, ради чьего возрастания даже широкие земля и небо произносят при жертвоприношении слово о жертвоприношении. Лицом к лицу, друг с другом. Утвержденные неподвижно, словно два конца паломнического пути, они держат истину в истине его, того, кто от истины был рожден. То есть они обращенные лицом к лицу сумеки в единстве таком своем друг к другу тастхатух стоят неподвижно, адхвара его, как два конца жертвоприношения, паломничества, как, откуда оно начинается и где заканчивается. Прачи, смотрящие друг сумеки друг на друга, они держат истину в истине, ритавари, ритаджатасья сатье, в истине того, кто был рожден от истины. И заметьте, что здесь истина в истине того, кто был рожден от истины, разные слова. Сатье в статической истине они держат, да? В истине, кто отрожденный, то есть в истине его, в его сатье, в его том, что есть, того, кто был рожден от динамической истины. То есть они пытаются как бы проявить его трансцендентальную истину огня здесь. Это важная такая ремарка. Не просто в его динамическом
самооткрытие, а в его трансцендентальность, в сатья. Давайте глянем, как ревнует этот стих. Он готар, каждую жертву которого ликуя приветствуют даже две широкие половины мира, чтобы она возрастала. Обе они обращены на восток, прачи, словно два обряда, адхвара его, хорошо укреплены, тастатух, преданы закону, истинны две матери Агни, рожденного закону, ритавари, преданные закону, две матери Агни. Да, оно тоже видит в этих двух, это Родос и небо и землю, две матери Агни, то есть небо и земля, наше ментальное и физическое сознание, которое вскармливает здесь рождение и рост божественного сознания. Как два конца этого паломничества, как небо и земля. Две половинки вот этой вот Хираньягарбы, этого мирового яйца, да, в котором все имеет место, манифестируется. То есть небо и земля участвуют активно в проявлении божественной сущности здесь, через Агни. То есть с ним, с его рождением, его развитием и манифестацией проявится та истина трансцендентальная, которая стоит за ним. И последний стих. Илам Агни Пурудан Сам Саним Гох Шашваттамам Авамана Ясадха Сьяннах Сунух Танаю Виджава Агне Сате Суматих Бхуту Асме. О огонь, во время моего призывания достигни речи откровения. Илам Агне Пурудан Сам Саним Гох Шашваттамам Хавамана Садха. Многодейственного, долговечного завоевания света. Саним Гох Шашваттамам. Шашваттамам, Шашват — это такой долгий или eternal, да, вечный. Наиболее долгого или наиболее продолжительного завоевания света, саним завоевания Гого света. Да будет у нас сын Сьянах Сунух, произведенный нами на свет, всепроникающий в своем рождении, Виджава. Да будет сотворено в нас это истинное мышление Твое, Сатиесу Матих Бхуту Асме. То есть здесь последний стих, в нем проявляются вот эти два аспекта нашего, нашей эволюции. Одно – это наше тело, Танаях, произведение вот воспроизведение телесной, ну, то есть нашей природной части, ментально-витально-физического комплекса наших тел, которые манифестируют божественное. А с другой стороны должно проявиться его совершенное сознание, суматих у нас. То есть как его форма сознания, тело и сознание.
Об этом просит Вишвамитра. Огонь во время моего призывания достигни речи откровения. Илам. Ила – это вот эта сила откровения, видения истины. Слов. Пурудан сам. Многодейственного. Данс, Шибинду, как правило, переводят это действие, а истинный пуру многодейственного. Долгоречного завоевания света самим го шашат, шашваттаман. Глянем, как Елизаренко перевела этот стих. Привези прямо к цели, садха. О огне жертвенный напиток. Ила она переводит не как не как реализация вот этого видения, да, а как не как откровение, а как напиток. Не как речь откровения, а как раз вот то, что можно испить, жертвенный напиток. Многообещающую награду в виде коровы. Корова – это свет, как Шубинда переводит, для того, кто постоянно призывает богов. Хавамана. Хавамана – тот, кто призывает. Да будет нам сын Сьяннах Сурух, продолжающий род Таная Виджава, плоть от плоти. О Агни, да будет нам твое благоволение. В принципе, очень близко к тому, что нужно понять в этом тексте. То есть сын, как воплощенная и развивающаяся, так сказать, природная часть нашей эволюции, эволюционного развития, а душа имеет другую констатацию, как сумати, как совершенное явление ментального плана, но вполне возможно супраментального рождения. То есть Агни каким-то образом отвечает за обе стороны, так как он вскормлен двумя матерями, небом и землей, то есть нашей природой и нашим духом. И должен явить как бы обе части этого развития с двух сторон, от природы и от духа. Вот такой вот гимн. Мы немножко так заржавели в нашем нечтении Ригведы полтора месяца, да, у нас появился какой-то перерыв. Я тоже заметил, что я ездил в университет и делал презентации по ведам, и я заметил, что никто вообще не понимает, о чем идет речь. Да? То есть мы настолько далеко ушли от этого сознания, ведийского такого духовного, что вернуться туда довольно сложно. То есть это займет довольно большое время, чтобы его оживить, чтобы дать ему возможность проявляться в нас. И в моей презентации я заметил, что люди интуитивно пробуждаются к этому явлению, к духу. Да. Очень многие те, которые как бы знают меньше, но больше как бы их душа пробуждается. А те, кто знает... Чувствует больше, да. Да, а те, кто знает много, они, конечно, все спят, засыпают сразу под эту песню лидийскую. О, Лидия, привет. Ой, привет. Такое ощущение, что ты в райском саду, такие птичьи голоса разноплановые, прямо аж такая радуга у меня видится вокруг вот тебя, ты прям в поле таком радужном, совершенно другой мир. Да, удивительно все, по ощущениям.
Я хочу спросить насчет коней. Ты закончила или мы еще продолжаем? Да, закончил. Я насчет коней. Вот, ну, боги и так могут перемещаться быстро, да, без коней. Что такое какой-то символ коней очень важный? То есть я вот как по ощущениям, кони — это, наверное, сила закона имеется в виду. Ну, безусловно, это силы, да, силы быстроты закона, и они нужны, потому что перемещаться богам довольно сложно, потому что вокруг них совсем другой контекст, да, ну, как перемещаться, например, там, я не знаю, в лесу или там через море, нужно какая-то vehicle, нужен какое-то средство передвижения, да, которое сможет тебя быстро переместить из мира, в котором ты дома, в мир, в который ты не дома. А иначе по этому ходу перемещения можно потеряться, да, там, как бы растратить силы. То есть нужна вот эта вот скорость перемещения. Очень важно, потому что они должны перелететь через план, который не их дом, да, они не дома в нем. И достичь нас, у которых внутреннее существо подобно их дому. Но между нашим внутренним существом и их планом, откуда они приходят, целая пропасть. Через эту пропасть нужно как-то переместиться. Ну, вот такая идея, почему кони. А у тебя какая идея? Ну, вот я пока еще только перевариваю этот момент. Какая-то это сила. Но я так предполагала, чисто сказочно, что боги летают, допустим, да, как вот там Меркурий, да, вот у него летающие сандалии там. Аполлон тоже там, вот если брать античную философию, там, да, вот мифологию, то там вот боги прилетают. Просто они вот прилетали, я по детству очень хорошо все это знала и почему-то очень много читала именно вот античных мифов. И кони в данном случае, это очень какая-то важная сейчас для меня такая действительно сила, ну, как-то так связывается почему-то с законом. Может быть, потому что закон для всех. Ну, то есть вот они как посредники между всеми мирами, эти силы, вот, и там, колесница, да, солнца. Вот, пока что не могу четко сформировать, но я подумаю, и вот почему-то они меня очень важны, мне эти кони. Ну, а ты правильно это говоришь, сила, это действительно сила именно истины или закона, что есть одно и то же в этом смысле. Это именно вот та сила, которая позволяет это сделать. Да? Если бы этой силы не было, то они бы не смогли нас достичь, потому что им нужно преодолеть какое-то препятствие, какие-то дистанции. Да? И вот это преодоление дистанции, сила позволяет это сделать, эти силы. Ну да, но еще не только дистанция, они же должны преодолеть разные уровни сознания. То есть это об этом речь. Другая, да, какая-то совершенно энергия. Ну да, и Арабинда объясняет же, это сила действия, сила движения. И даже когда ему рассказывали сны, его ученики о автомобилях, он говорил, что это та же самая сила, то есть это сила движения, действия, быстроты, скорости, да, то есть это все вот у него объясняется очень хорошо. Правильно. И да, действительно, вот в мифалу Ашвины, да, там тоже братья, то есть везде конники, да, конники, то есть это та сила, которая переносит нас с уровня на уровень. Да, позволяет нам... Да, спасибо. Да, правильно. Володя, я хотела спросить... О Соме. Это же тоже божество, и оно не нуждается в перемещении, потому что оно заключено в зеленых вот этих растениях, которые на земле присутствуют. Нет, Сома все время путешествует. Путешествует, тем не менее. Да, да, конечно. Сома... А почему нам так важно знать, что этот Сома заключен? Это же принцип Ананды, да? Ну да. Принцип. Вот как это соотносится с нашей, так сказать, практикой йоги и знанием того, что это вот здесь, на Земле? Ну, во-первых, мы, если мы примем вот эту точку зрения, что сома скрыт во всех
вещах, да, то есть вся материальная даже жизнь, так сказать, она состоит из, так сказать, форм, которые включают, прячут в себе сому, да, то мы поймем, почему мы, нас притягивают вещи. Это не просто, то есть это какой-то древний взгляд на мир, который объясняет, почему у нас является, так, есть интерес к вещам, или какое-то даже влечение какое-то. Это не потому, что у нас какое-то просто желание эгоистическое овладеть формой, а потому что за формой скрыто божественное наслаждение. Мы ищем этого божественного наслаждения во всех вещах, не зная этого, да? Просто даже не осознавая, ни на секунду, просто вот хочется и все, там, хочется этого. Почему хочется? Хочется насладиться, так сказать, божественным наслаждением в вещах. Но для богов этот сома тоже очень важен, и они тоже хотят насладиться им, потому что это наслаждение, собственно, и притягивает их в жертвоприношение. Самый чистый эликсир, да, то есть амброзия сомы, это его нужно приготовить, его нужно, так сказать, выжать сначала из грубой формы, потом его нужно очистить, дистил, то есть дистиллировать, да, чтобы он стал абсолютно чистым, как блаженство, как блаженное, так сказать, наслаждение, сенсуальное блаженное наслаждение. А потом что нужно сделать? Это предложить это наслаждение высшему сознанию, то есть форму высшего сознания. Тогда они очень эффективно действуют. И с их приходом они приносят еще больше потоков сомы. Вот это то самое «активизируй», что было в стихе «движение вод». Да? Это они, с приходом их, они активизируют широкие потоки наслаждения. Но если этого не делать, если им не предлагать, так сказать, экстракт нашей радости здесь, нашего наслаждения в этом мире, а самим его потреблять, то, собственно, боги не придут так. Да, эти высшие силы. Зачем мне сюда приходить, если наше эгоистическое сознание само наслаждается, мы кормим, так сказать, этим божественным наслаждением силы тьмы, эгоизма и так далее. То есть, в принципе, в этом соме заинтересованы все, и боги, и асуры. И идет борьба за этого сома, да, здесь у нас, в нашем мире. Кто завоюет наслаждение, асуры или боги? Кто испьет вот тот нектар бессмертия? Да? И это об этом-то, и этот миф о пахтании океана, когда был добыт сома, как асуры им овладели, как у них, так сказать, боги выхитрили его, да, с помощью Вишну, который явился как дева-красавица. И они отдали этой деве напиток, и как там один из этих асуров все-таки успел испить его, ему отсекли голову, это стал Раху, да, который испил сомы, но не успел его проглотить и стать бессмертным, только голова его стала бессмертной. То есть здесь какая-то мистерия вот нашего бытия здесь, в этом. И, кстати, сома – это тоже божество Шивы. Тоже интересно, потому что Шива – это своего рода божество, которое рудра, которое поддерживает всю манифестацию изнутри природы. Да? Это своего рода представитель сат. Да? Сат в природе, то есть божественного бытия в природе. И он совершенно не заинтересован в нашем эволюционном развитии Шива, да? У него своя позиция, и поэтому он его часто изображает как раз таким отшельником, он всегда дарит буны, причем самые невозможные всем богам и людям. У него нет интереса в эволюционном, так сказать, развитии, потому что он уже есть конечный
итог этого развития, божественное бытие, которое скрывается в природе. И на его, в его волосах как раз вот сома. Да? Он связан с сомом каким-то таким мистическим способом. В природе скрыто божественное блаженство. В принципе, если так расширить наши узкие рамки понимания и посмотреть на природу таким взглядом, то можно очень хорошо понять, о чем ведийские риши пытаются говорить. Почему это жертвоприношение? Потому что сома, жертвоприношение сомы – это как раз и есть тот древний способ принести сюда вот эти все, привести сюда всех богов и дать им место. Другого хода как бы не было, чтобы боги могли сюда явиться. То есть им нужно предложить божественный вариант, который скрыт здесь. Для этого, и, кстати, сома-яга, жертвоприношение сомы является главным ведийским ритуалом, самым главным. Предложение божества, блаженства высшим божественным силам. В этом смысле мы как бы делаем что-то неверно, да, мы предлагаем нашу работу, может, мы уже об этом говорили когда-то, мы предлагаем наши труды, но мы не предлагаем наслаждение божественным, которое мы получаем. То есть наслаждение мы оставляем себе, а труды отдаем божественным. То тут нужно как-то по-другому это делать. Да. Труды можно оставить себе, а наслаждение нужно отдать божественным. Но это самое сложное, вы заметите. Когда вы чего-то добились, у вас появилось что-то, что вы можете действительно, чем можно насладиться, и это нужно отдать божественному, вот это есть жертвоприношение. Ну, начинать нужно с малых вещей. Еда, там самые такие радостные моменты своей жизни нужно вспомнить божественное. Да? Мне очень нравится в этом смысле Генрих V, да? Генрих V из Шекспира. У него там идет битва, неравная битва между англичанами и французами, там что-то 1 к 10 у него разница. Его солдаты, которых там 10 тысяч, 100-тысячная армия что-то французов, его армия 10-тысячная, все израненные и обессиленные этими долгими переходами, совершенно потерявшая форму армия, против свежей, так сказать, на лошадях армии, в оковах французов. Вот они должны выступить, и вот он, так сказать, толкает свою речь перед этим, и все воспаряются, это вдохновляются его словом, и кидается в этот бой, и идет совершенно немыслимый, неравный бой, и он уже такой сидит, все разбито, и он думает, что они уже проиграли, и приходит, приезжает посланник из этой французская армия, говорит, что армия французов сдается, что они выиграли бой. То есть обратилась в бегство, и они признают его, их свое поражение. И он не верит даже этому. Но первое, что он говорит, самое первое сразу, это все твоя победа, говорит он божественно. Вот это вспомнить в момент, вот это так важно. Это ясно, как он сражался, на каких, как, почему он выиграл битву. Шекспир, у Шекспира были такие прозрения очень сильные в этом смысле. Вот это сома, высшее наслаждение, которое он мог получить как воин, победив эту армию в неравном бою, он сразу
отдал божество. Да. Все великие говорили: не я, но Бог во мне. Если чего-то они добивались в жизни, будь то художники или писатели, они отдавали это божественному. И в этом их гениальность, видимо. Да, и в этом величие всего момента, и в этом смысл всей той битвы, и в этом смысл всей нашей жизни. Да? В один этот момент все проявляется. Очень, очень красивый момент в этом, Генрих де Фиф. Да, ну вот, хорошо. Тогда, значит, что, мы, я уже буду регулярно на связи, мы будем продолжать наши, я возьму следующий день, и мы продолжим тогда, посмотрим, куда нас ведет Вишвамитра. Хорошо. Тогда все на сегодня. Я, наверное, очень быстро как-то, да, все это прочитал. Нет, очень хорошо, Володя. Прям так свежо, что-то новое появилось такое, какая-то живость появилась, активность такая интересная. Это получается, что кроме нас, ну я имею в виду людей, больше некому божественное здесь проявить, вот так вот осознанно. То есть вот именно через эти моменты таких откровений и преданности божественному, получается, на земле происходит, ну, вот это перетекание земных энергий в божественное. Ну да, 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 наверное, да. В этом смысле человек имеет какое-то особое место, безусловно. Это происходит и в мире природы, конечно, там идет постоянное жертвоприношение. Если посмотреть, как, например, цветы или деревья цветут, все в цвету, отдают свой цвет, свет абсолютно без всякого на то там, да, без задней мысли, то есть абсолютная самоотдача. Вот эта абсолютность в природе, самоотдача. Не важно, что они там в пыли, цветы прекрасные лежат. Оно отдало себя полностью. Ну вот цветы на подоконнике, если ты на них не обращаешь, я просто отследила это, если ты на них не обращаешь внимания, там своей жизнью живешь, и, ну, плеваешь так автоматически, они не расцветают. То есть, когда ты любуешься, вот когда какое-то такое вот состояние вдохновения присутствует, ну, я имею в виду поле комнаты, вот только тогда они начинают цвести так активно. То есть в природе – да, но мы, поскольку часть природы осознанная такая, получается момент и управления, и огромных возможностей, которые, собственно, спят. То есть их надо все время в себе будировать. Действительно большой труд. Вспомнить про цветы и направить на них вот эту энергию внимания, энергию благодарности за то, что они цветут, за то, что они растут вместе с тобой и освежают комнату твою. Абсолютно точно, абсолютно. С ними нужно разговаривать, их нужно так, да, сказать. И они очень-очень реагируют. Природа... Реагирует очень сильно, да. Прям показатель твоего состояния. Диагностику можно сделать. А вот я могу не согласиться. Вот в офисе, где целый день горит цвет, и никто не обращает внимания на цветы, они благоухают и цветут, и такие огромные. А когда я этот цветок приношу домой, где он чахнет и нет света, я так думаю, ну, это сложно сказать. Я думаю, что это все условности, совершенно это не важно, потому что цветы самодостаточны, конечно, за ними надо ухаживать. Но вот я обратила внимание, что офисные цветы, они цветут великолепно. И когда я говорю, что у меня дома погибает цветок, неси в офис. Я его несу в офис, и там он, хотя на него никто не обращает внимания, он сам по себе. Они расцветают и цветут бесконечно просто. Ну, просто от того, что много света. Вот и все, света много. Ну, может, там уборщица поливает в определенном состоянии. Нет, никаких уборщиц. Уборщицы это не подходит у нас к цветам, мы их сами поливаем. Но я думаю, что это все автоматически. Были опыты и с цветами, и с растениями, когда
им даже классическую музыку предлагали слушать. И вот тут-то они себя проявляли вообще полностью. Они расцветали и плодоносили как никогда. Но если их лишить света, я говорю, что ну, даже это классическая да. музыка но это минимальное поможет. Условие это... все-таки, согласитесь. Да. Для растений. Это минимум. Да, да, так, да, конечно, да. Можно экспериментировать и дальше, и фантазировать, и там еще что-то, а так... Ну да, да. Но все же нам хочется верить, если это не совсем и, может быть, совершенно 100%, да, может на какие-то части, но мне кажется, что это имеет свое место. У меня есть знакомые, то есть, у которой есть огромная ферма лошадей. И все ее кони, она выращивает коней для скачек, завоевывает призы. Уже всех интересовало, как она это делает. К ней приезжали, она говорит, а у меня простой секрет. Я провожу парад лошадей, и когда выводят лошадь за лошадью, она смотрит на них, смотрит с вот этим обожанием, с удивлением, с вниманием. И лошади ведут себя совершенно потрясающе. Они показывают, они задерживаются. Они, у них получается какая-то нужда в том, чтобы их оценили, чтобы их любили. И вот они дают вот такой вот результат. Все завоевывают призы потом. Раз на них была такая возложена надежда того человека. Это сила любви называется. Да. То же самое, да, к цветам, к растениям. Да. То же самое. Я думаю, что оно имеет место. Даже если ее не видно, и даже если, конечно... Все от человека. Свет, да. Свет, я думаю, что все-таки это... Если света больше дать, то, конечно, они будут расти лучше, намного. А если поместить их в какую-то темную комнату, даже если их любить, то любви будет недостаточно. Но я вам скажу еще один интересный момент. Это из моей жизни. Вот это вы уже не поверите. И у меня была квартира в Пондичерри, я уехал на 3 месяца. И все, так сказать, цветы мои завяли. Все. На корню. Просто сухое, даже сухого стеблей не осталось. Все развеял ветер. Не все стояли на балконе. А один цветок цвел. И был зеленый абсолютно, как будто его поливали. Я взял, я поставил его, у меня была коробка такая железная, а в той коробке был песок, из, когда меняли песок в этом самом ашраме на Самадхи, то выняли эту землю и поменяли землю, да, засыпали другой песок. То эту землю раздали людям, которые хотели взять эту землю. Как? Так он стоял на этой земле. Снизу, не в лес, а просто под низом была эта земля в коробке. И он остался зеленым. Это было совершенно... Вот это чудо моей жизни. Я не могу это объяснить ничем. То есть все засохли, а этот один зеленый. Такое вот земля. Потрясающе. Бессмертная земля какая-то, да? Mm-hmm. Вечная. Непонятно, как это могло произойти. Хотя света, конечно, всем было достаточно, но воды это недостаточно. Ну вот, ладно, хорошо. Тогда в следующий раз мы возьмем 7-й гимн. Я тогда закрываю мантры на сегодня. Ум сарве баванту сукхина сарве санту нирамана. Sarve bhadrani pashyantu ma kashchit dukha bhavet om shanti shanti shanti. Хорошо, друзья, рад, что мы все встретились снова. Тогда до следующего раза. Угу. Спасибо, Володя, всего доброго. Спасибо, до встречи. Володя. Володя, можно спасибо, Володя. Остаться, если есть возможность? Конечно, спасибо. Конечно. Угу. Сейчас я выключу это. Что-то мне не скрывается. Ага.
Тут я в темноте, да не в обиде. Здрасте, здрасте. 100 лет не виделись. Сейчас я выключу запись.